Итак, друзья, всем доброго дня. Сегодня у нас будет необычное видео. И если вам видео это понравится, вы там, допустим, оцените его лайком или как-то репостом, то, может быть, я сделаю такую даже рубрику. Дело вот в чем. Мне всегда было интересно, как делаются автомобили зарубежных брендов у нас в России. И когда компания Nissan меня позвала на презентацию нового Nissan Qashqai 2019 года, сразу хочу сказать, его начинают собирать у нас в России, то есть реально автомобиль будет российской сборки, то я как бы с удовольствием согласился и поехал, и посмотрел, как это вообще делается, роботами это делается, людьми это делается, какая чистота в цехах. В общем, мне все это было интересно, и сегодня я вам хочу продемонстрировать, как говорится, завод изнутри. Конечно, мы засняли не весь завод, а цех штамповки нам не дали снять, потому что там работают большие прессы, там шумно. Но про цех штамповки вот такая вот информация. Достаточно много металла используется российского производства. То есть какие-то части у кузова автомобиля делаются из российского металла, а какие-то части делаются из зарубежного металла. Но компания Nissan стремится, чтобы российского металла в кузове было намного больше. Так, народ, неожиданно, завод Nissan. Я здесь не один, со мной Леха. Леха, помаши маме ручкой, как говорится. Помаши маме ручкой. Подписываемся на Акромеханика. Кто у нас там еще есть? Короче, будем смотреть. Халява? Халява. Это Саня Сошников. Всем привет, друзья. В общем, у нас банда целая. Парни, короче, сейчас будем смотреть, как у нас собирают автомобили Nissan, а именно Qashqai. Какой Qashqai? Nissan GT-R. Ты что, плохо читал? Я только поэтому поехал. GT-R. Тебя развели, Леха. Леху развели. Я хочу GT-R. Мне не нужен Qashqai. В общем, вот, это начало. Итак, в основном мы посетили цех окончательной сборки. Там собирают, кстати, не только Nissan и Qashqai, но собирают еще X-Trail и Murano. Они собираются действительно у нас в России. И знаете, что я хочу сказать? Действительно, завод очень и очень чистый. Что меня поразило, это очень много различных роботов. Эти роботы не только там сваривают, например, кузов, да, они еще и возят детали. Они возят двигатели, они возят сами кузова. Это такие маленькие как бы тележки. Они ездят по магнитным полоскам и возят вот эти детали. То есть уже не рабочие все это толкают, а все там полностью роботизировано. Самих рабочих на заводе достаточно мало. То есть нету большого количества каких-то людей. Каждый человек сидит и выполняет свою функцию. Смотрите, какие компоненты висят. Это проводка. А вон и БУ, вижу, лежит. БУ, а здесь панели, подкрылки. Вот тоже подкрылки. Готовые уже моторы и коробки. Сборка. Движки идут. Тут вот по линии мотор, силовой агрегат, вот, прикручивает. Один за всех. А это вы коробку прикручиваете, да? Получается, или что? Это, друзья, подвесочка у нас и реечка. Никому рейку не надо, парни. Лёх, рейку не надо тебе? Стойки. Стойки. Это ступичный подшипник и тормозной диск у нас. Конечно, сейчас локализация у нас не стопроцентная. Двигатель, коробка, это все производится где-то в других местах, там, может быть, в Европе где-то производится. Также электроники очень много в Европе производится. И подвеска, конечно же, она производится не у нас в России, то есть там стойки, всякие подрамники и так далее и тому подобное. У нас производится сам кузов. И дальше вот эти комплектующие собираются уже на этом вот заводе под Питером в новый Nissan Qashqai.
То есть после сварки кузов выходит вот такой вот. Это Кашкай, понятно? Это Кашкай, да. Это новый Кашкай. Он еще один кузов есть. Еще один новый Кашкай. Это сварочный цех, друзья. Смотрите, цех сварки. То есть там вдалеке свариваются кузова, а здесь они уже идут готовые и выходят вот туда вот. Сварочный цех очень чистый, хочу вам сказать. О, смотрите, как искры летают. Получается, вот здесь кузов собрали. Дальше он туда прошел. Там его проверили, он выходит здесь. И заходит вот сюда вот. Заходит вот сюда и встает в очередь. Заходит дальше в цех окраски. Вон там цех окраски. Смотрите, сколько кузовов. А это робот специальный, который возит различные движки, может вести, может кузова толкать. Кузов, вот смотрите, вот этот вот робот может вести кузов. Вон он, видите, там он, вон под машиной стоит. Это цех проверки. Здесь берется один кузов с линии, выставляет его сюда и проверяет. То есть на геометрию, на различные прилегания. Смотрите, сколько всяких датчиков сверху, снизу. Еще только нету. Кузов едет с окраски. Стоит отметить, что на заводе достаточно много различных ноу-хау, которые применяются не только на российском заводе, точнее не так, они были изобретены на российском заводе, но сейчас они применяются и на заводах в Японии, и на заводе в Великобритании. То есть наш завод, он является даже немного такой, скажем так, инновационный. И еще, что немаловажно, много пластиковых частей для автомобиля, например, бампера, какие-то панели дверей, какие-то там передние панели, все это делается в России. И большая часть экспортируется на другие рынки, то есть в ту же самую Великобританию, в ту же самую Японию. То есть здесь у нас массовое производство вот именно пластмассы, обвесов вот этих вот пластмассы для автомобиля. Кстати, пластиковые комплектующие. Вот смотрите, сколько их. Вообще. Ага, это трубки. Вакуумные усилители, это собирает тормозную систему, это АБС-ка у нас. Цех сборки тормозных трубок и топливной аппаратуры. Смотрите, какой большой. Все здесь проверяется, производится тормозная трубка. Оп, гнет ее. Оп. Оп. Это робот. Вообще круто. Это у нас сборка окончательная. То есть, смотрите, снимают двери с кузова. И вот видите, пластик едет. Проводка, пластик там и так далее, тому подобное. Все загонять в автомобиль. А он там рабочий, видите, собирает. Робот. По делам едет. Опаздываю, говорит я. Ну вот, собирает двери. Здесь, в общем, ставит резинки, обшивку, стекла. И, собственно, эти двери даже поставляются у нас на экспорт. Ну вот, смотрите, сколько дверей идет. Офигеть. А вот смотрите, вот резинки различные.
Все это собирается. А это вот панели уже, парни, готовые. Да, причем от разных автомобилей. Опа. Вот они. Вот светлая панель, смотрите какая. Походу кожа. Какой-то крученый будет автомобиль. Это проверка финальной автомобилей. Выдирается автомобиль с линии. И его проверяют вручную. Вот смотрите, Кашкай, короче, проверяет сейчас человек. Вон, видите, проверяет сборку, проверяет разные параметры. Параметров очень и очень много. Это, парни, конвейер. Отсюда вот машины уже выезжают. Вот, смотрите. Эта машина сейчас уедет. Все, поехал. Это новый Мурана. Только с конвейера. Можно сказать, не остыл еще. Это финальная проверка автомобилей. Имитирует уличное освещение. Смотрите. Идет проверочка. Также здесь идет проверка. Проверка кузова. На различные сколы, на различные косяки. Вон, видите, прикрепили, что все хорошо с ним.